Здорово, дружище, меня зовут Саша, ты на канале Князь. Усаживайся поудобнее, заваривай чаек или что-нибудь покрепче. Если поставишь лайк, буду тебе весьма благодарен. Также не забудь подписаться. Нахожусь сейчас в GTA 5. Это РП-проект, Grand Roleplay. Ссылочка будет в описании. Если хочешь поиграть со мной на самом функциональном и красивом штате, то переходишь по ссылке. Заходишь на первый сервер, там всего два сервера, я играю на первом, и как бы получаешь бонусики, когда до пятого уровня достигаешь, также еще промокодик князь можешь ввести, ну и в целом, чем смогу, помогу, это накину бабулесов сверху, в семью могу принять, это я нахожусь в семье Чикаго Люкс, да, дружище, она топ-1 в рейтинге, а, из-за моей вебки не видно, наверное, сейчас, ладно, ну бывает топ-1, топ-2, но чаще на топ-1 находится, просто на семейный... На семейный дом, братиш, приедешь, я потом выйду на улицу, тебе покажу. Ну и там скажешь, бля, хочу вступить в семью. Ну, нам нужны ребята активные, которые любят постреляться и так далее. Не суть. Короче, что у нас сегодня получается? Сегодня я куплю машину, как вы могли понять из названия, да, вышло обновление. Там добавили машины, которые можно прям взять и сразу, типа, купить. Донатные машины. Одну из них возьмем, сделаем обзор, посмотрим, что она из себя представляет. Надеюсь, будет интересно. Я уже на ней катался, мне коллега из правительства, да, я работаю в правительстве в штате, да, туда тоже можете вступать, там, от пострелушек, заканчивая чем угодно, там, короче, требуются работники, я думаю, что они требуются везде, хоть в прокуратуру, хоть в ЮСС, тоже приходим в правительство, говорите, хочу работать, вот, и для вас там подберут какую-либо должность, вот, исходя из ваших умений. Давай сразу я вам обозначу, да, мой уровень удачи. Вчера в батл пассе дошел я, грубо говоря, наконец-то до кейса с машинами, и там могут упасть реально прикольные классные машины, но, тем не менее, мне упало вот это. Это, знаете, это самое дешевое говно, которое могло только упасть. И оно абсолютно бесполезно, я думал, может быть, оставлю, типа, под склад, но здесь как бы вообще место в гараже не очень, да, потому, соответственно, сейчас мы продадим, у нее госстоимость 70 тысяч, получу я за нее 35, это уровень удачи под названием «Князь». Ладно, так, как ее продать? Посмотреть информацию о транспорте, все, продать, до свидания, освобождаем место, даже номер на нее не буду ставить. Смотри, что у нас получается, заходим, знаете, куда, в магазин. После обновления здесь появилась вкладка «Уникальные автомобили». А что мы тут видим? Здесь мы видим Audi RS3. Я не знаю, я фанат RS6, там, не знаю, RS7, и вот это вот все, как бы, ну, я хоть и люблю аудихи, но мне что-то как-то до нее не очень, да, BMW X6M, причем сразу, посмотрите, здесь прописана скорость, все прописано, потому что вы покупаете тачку за реальные бабки, соответственно, то, что здесь написано, оно должно совпадать с реальностью, потому что если они здесь напишут, она едет, не знаю, 350 км в час, вы ее купите за реальные бабки, она будет ехать 250, ну, согласитесь, будет достаточно неприятно ситуация, и вы напишите пару ласковых. Короче, RS ко мне уже особо не прикалывает. Ну, кому нравится BMW, могут приобрести ее, но, тем не менее, обращу ваше внимание на то, что 260 км в час она только едет. Сейчас мы по ним всем пройдемся, все быстренько протестим, и самый большой тест это будет уже основной машиной, которую я возьму. Короче, странно, почему так медленно. Ferrari Roma, вот, это самая быстрая машина, получается, 300 км в час, 10 тысяч рублей. Вот, идем дальше, Bentley Bacalar. Не знаю, в реальности ее уже выпустили или нет, или это только какой-то концепт. Но я скажу, она выглядит охренительно. И Mercedes AMG G63, короче, 260 км в час. По сути, две достойные машины по скорости. Это у нас или Ferrari Roma, или Bentley Bacalar. Давай начнем, короче, с Audi RS3. Тест-драйв. Тест-драйв. Эй! Что, меня крашнул или что? А, или может быть из-за того, что я в гараже? Слушай, ну давай выйдем на улицу сейчас. Так, окей, заходим сюда. А, да, вот. И, кстати, прикол еще заключается в том, что они... Вот именно для этих машин они сделали тест непосредственно в аэропорту.
Или для всех машин, потому что когда ты в салоне тест-драйв нажимаешь, тебя там выкидывают куда-то на улицу, и ты там катаешься, типа в отдельном мире. Если они сделали тест-драйв в простых салонах, что тебя тоже выкидывают в аэропорт, ну, это неплохо. Ну, я хер знает, ну, типа, как Шкода какая-то Октавия, если честно. Ну, управляется нормально, но я не знаю, я б не стал бы ее покупать за реальные бабки. Вот, я хочу также отметить тот факт, что если вы покупаете машину, машину непосредственно, да, вот эту, к примеру, то она у вас сразу будет в фулл-тюнинге. И в фулл-тюнинге она у вас будет ехать так, как заявлено у вас в описании к машине скорость. То есть, если написано 260 км в час, то, соответственно, в фулл-тюнинге она будет ехать 260 км в час. И это дец как мало, ребята, я вам скажу. Это реально дец как мало. Но управляется она хорошо. То есть она дорогу держит, но не более. Я бы, честно, ее не покупал. Идем дальше. Ну, вот смотри, да, то есть если ты покупаешь тачку за реальные бабки, ты... 275 км в час. Но это мало. У меня РС-ка шестая. Едет 320-340 без премтоплива. Ну, короче, 320. Но она, ладно, она со старым дрифт-модом. Если сейчас, наверное, уже такую РС-ку шестую не сделаешь. Хотите, могу сделать на нее отдельный обзор, потому что сейчас дрифт-мод тоже пофиксили. Вроде бы он не дает большого прироста к скорости. Но, тем не менее, покупаешь тачку за 4000 рублей, и она едет только 275 км в час. Единственный тут мой упрек к разработчикам, он касается того, что все-таки это уникальные будут редкие тачки, потому что не каждый будет покупать за реальные. Ты не выбьешь эти тачки из билета, и, соответственно, как бы этих тачек будет немного. Ну и покупая за реальные бабки машину, слушай, ну, блин, ну, вот он прикольно выглядит. Вот как это Херабор выглядит, мне нравится. Вот упрек единственным разработчикам, то, что, ну, могли бы сделать скорость побольше. Потому что это уникальные тачки, и получается, что они едут зачастую медленнее, чем какие-то тачки, которые ты там... Ну, вот у меня Фера 812 Superfast. Да, ее вроде сейчас уже ниоткуда не выбьешь, но, тем не менее, она едет быстрее всех этих тачек уникальных. То есть, вот, ты берешь Феру Superfast, при том, что она без дрифт-мода. Я очень жалею, что до обновления, когда пофиксили скорость, я не поставил всем своим машинам дрифт-мод. Но вот, при том, что она без дрифт-мода, она едет, грубо говоря, быстрее. Вот тут выглядит просто офигительно. Нарисовали ее классно. То есть там финтиклюшки какие-то, сплера, вот эта вот вся херобора. Кому нравится BMW, прям, наверное, обоссутся отчасти. Трусы будут мокрые, и сами понимаете. Но, тем не менее, она мне тоже неинтересна. Ferrari Roma. Давай тест-драйв. 10 тысяч рублей. 10 тысяч рублей — это самая быстрая тачка, получается. Слушай, она вообще как-то... Я не знаю, я ее не видел особо. Вот в первый раз эту модель вижу непосредственно в игре. Я не знаю, она выпущена, не выпущена. Это чувствуется, да, что она побыстрее. Ну, вообще, в целом, она прикольная. Она прикольная, если не считать того, что у нее максимальная скорость только 300. Ну, ты можешь залить премтопливо, будет скорость 320, допустим, 330. Но моя Ferrari Superfast, которую ты можешь купить за виртуальные бабки, то есть, ну, там, за баксы, да, где-нибудь выловить на рынке, да, потому что эти суперфасты у кого-то остались, их, наверное, не так легко сейчас найти, но, тем не менее, моя Ferrari Superfast, она будет быстрее, чем вот эта вот новая. Она, как и в реальной жизни, более новая, должна ехать быстрее, так она и в игре, скажем так, новее, модельный ряд новый, она за реальные бабки, но получится, что она едет медленнее, чем, к примеру, F8, медленнее, чем моя Superfast. Но я сейчас не знаю, сколько, правда, F8 едет, потому что я уже давно продал. Вот, но как бы, ну, такая неприятная фигня. Если разработчики хотя бы там этим тачкам на 20-30 км в час повысят скорость, то это будет шикарно, это будет классно, и это будет вполне логично. Но вот эту тачку я бы взял бы, она реально прикольная, тем более она стоит 10 тысяч. Выходим. Идем дальше. Что у нас получается? Идем дальше. Mercedes AMG G63.
фрукты купить. Тоже. А, вот это 15 тысяч. И при этом едет 260 км в час. Нет, но это логично, что там джип, тем более на таких колесах. Тем более на таких колесах. Ну, по этой херне, да, если вы будете летать по горам, то как бы вас не откинут за УБ. Я салоны у других тачек не посмотрел. Ну ладно, их посмотрим уже как-нибудь на стриме. По вечерам стримлю GTA-шку, заходим, смотрим. Да, он прикольный, я бы, правда, колеса поменял бы, потому что тут тракторные колеса, но исходя из логики, что это супер внедорожник, да, на котором можно там летать по горам, тебя не откинут за ОБ, то, что здесь эти колеса, это вполне логично. Правда, посмотри, они уже домиком. Но он тоже прикольный. Он тоже прикольный. Я не знаю, после фикса сколько сейчас едут гелики. Да, простые. Но вроде жаловались, что они там совсем медленные и ублюдские стали. Но я тебе скажу, по управлению тоже нормально. Он дорогу держит. Ну, короче, кому нравятся гелики, вот эту тему можно взять. Потому что он, у него фары новые, вся хурма новая. Плюс он дорогу держит, при том, что он выше, чем простой гелик. За эту херню тебе не будет никакого УБ, можешь летать по горам. Ну и, соответственно, ты ее возьмешь и будешь надеяться, что, ну, разработчики там на километров 30 повысят скорость. Ну, потому что, елки-палки, ну, это тачки за реальные бабки. Ну, вот так. Слушай, я думал, мне не понравится, а мне понравился. Ладно, выходим. Сейчас мы берем совершенно другую машину. Я ее, правда, тестил, мне Фердинанд Порше уже, мой коллега, предоставлял ее, но сейчас вместе с вами. Потому что она реально охренительно выглядит. Я не особо фанат Бентли, но я так подумал, блин, давно уже не было новых тачек. Короче, ребят, берем. Но 15 тысяч! 15 тысяч! Она, грубо говоря, 15 тысяч стоит. 15 тысяч! Вот. Ну, как бы так вот. И смотрите, видите, подписано дополнительно ФТ Full Tuning. А, еще страховку на 30 дней дают. Вот это шикардос. Слушай, во-первых, шикарная фигня то, что они сразу... Ты покупаешь ее ФТшную. Я хотел сказать, да? Это шикарно. А еще и страховку 30 дней дают. Я уже думал, сейчас пипец, я последние бабки отдам за страховку. Ну что, берем? Вы действительно хотите купить Bentley Bacalar? Да. Вы приобрели уникальный транспорт. Сейчас мы ее затюним, сейчас мы с ней все сделаем. Слушай, а мне 35 тысяч откуда-то пришли. Что, я зарплату получал? Ну, зарплата у меня не 35 тысяч должна быть. Ладно, не суть. Короче, она у нас где-то здесь. Нам нужно поставить на нее номера. Я уже думал, смотрите, у меня осталось 2 ляма. Я думаю, пипец, сейчас 1,5 ляма отдам за страховку. Но заодно, кстати, я проверил бы по поводу третьего прайма. У меня третий прайм куплен, и там подписывалось, что типа страховка дешевле. Вот интересно, что они имели в виду? Страховка дешевле у бота или если ты непосредственно у сахповца покупаешь? Блядь, смотри, она охренительная. Вот, ну, вот я ее беру, я знаю, как она едет. Я ее сейчас взял просто тупо, исключительно из-за того, как она выглядит. Вот просто сам вайб. Смотри, 15 миллионов госстоимость. То есть вы можете представить себе, да, типа, если бы вы ее купили нулевую, сколько бы вам бабок пришлось бы потратить, чтобы ее зафетешить. То есть, ну, до хрена. Страховка 1,5 ляма. То есть, опять же, я не знаю, если третий прайм у вас, как у меня, может быть, она дешевле будет, но я говорю, я это не проверял. Слава богу, на нее есть сразу страховка. Короче, она у нас фуловая. То есть, если дрифт-мод на нее поставить, то это будет стоить 7 лямов, да, ребят? Чтоб вы понимали. Короче, едем, ставим на нее номера. Вот, сука, вот мне, чтобы сделать номер князь, это стоит 5 лямов. 5 лямов! Почему у меня имя из 4 символов, а не, к примеру, из 3? Ну, давай сделаем гов. Ну, давай так. Я не знаю, это будет первый мой блатной номер. Ставим, короче, бам. Все, есть. Надо всем тачкам хоть... Я не знаю, гов сделать. Я ж не все время буду в правительстве. Или мне что номер делать? КНА. Поехали. Поехали и цвет поменяем. Это будет очень дорого, ребята. Это будет очень дорого. Слушай, касаемо управления, я тебе скажу так, дружище. Она, ну, не супер идеально управляется. То есть...
адекватно ей управлять ты можешь. Но, наверное, хуже среднего. Хотя, если ты любишь вот на ручнике в повороты заходить, то, наверное, она для этого идеальна. Но в целом терпимо, и как бы свой кайф от вождения есть. То есть, ну, она в плане вождения, она не скучная. Но если ты ее, скажем так, потерял, да, там она куда-то в занос пошла, то, ну, хер ты ее оттуда вытащишь. Но мы еще будем смотреть. Сколько на нее колеса стоят? А лям 125 тысяч. Ну, колеса я менять не буду, потому что тут стоят оригинальные. Нахер мне надо. Цвет колес я тоже трогать не буду. Клаксон. О, клаксон как бы по-любому меняем. Ксенон. 150 тысяч стоит. Подожди, а цвет фар? Лям 125 тысяч. Нет, давайте пока что обойдемся просто ксеноном. Далее. Турбо. Ставим. Вот, кстати, сейчас посмотрим, будет она ехать быстрее от турбо или нет. Потому что я вчера Фердинанда тестил тачку. Я не знаю, ставил он туда турбо или нет. Она ехала 300. Заявленные 295 в описании. Тонировка. Опа. Вот, кстати, во-первых, тонировка дорого. А во-вторых, я фиг его знает, нужна она или нет. Потому что это кабриолет. Да, если что. Ладно, давай сначала цвет сделаем. Соответственно, ставлю свой цвет черный. Как-то он какой-то странный черный получился. Ну, здесь, да, отдает зеленоватым. Цвет транспорта 2, что это? Это вот эти вот полоски, получается? А, не, это цвет дисков. То есть это цвет дисков. Если сделать красненьким. Как-то странно меняется цвет и самих дисков, и вот этой вот фигни, которая... Не, ладно. Идем дальше. Дополнительный цвет. Листаем. Ну, мой дополнительный цвет это 135. Так, вот мой 135 дополнительный цвет. Ну, в принципе, окей. Покрытие. Обычное металлическое перламутр. Матовое. Подожди, матовое. Ну, хер его знает. Это как у семьи. Хром. Нет, давай перламутр. Подсветка. Лям. Подсветка. Лям. Вот слушай, вот мне интересно, я бы хотел бы, я думал, ну, типа, дополнительный цвет, точнее, цвет транспорта 2, ты меняешь вот эту вот полоску цвет, но она не меняется. Не как бы, ну, вот такая вот ситуация. Слушай, ну, давай. Подсветку я не буду покупать, потому что, ну, его нахер. Выезжаем. Ну, и чё? Что думаете? Ну, мне кажется, она, ну, типа, формы свои потеряла. Как-то линии уже не так видно. Бля, диски сделать бы черные полностью. Но тогда они становятся просто тупо матово-черные и все. Слушай, наверное... Я не знаю, напишите, какой цвет лучше. Потому что я его фиг его знает. Ладно, давай тонировку тогда сделаем полностью все. Тонировка. Вот такая. Или такая. Да нет, давай уже такую. 450 тысяч, сука! 450 тысяч! Я не знаю, короче, с тонировкой, блин. А хотя, ладно, давайте я ее куплю, я вам потом объясню, почему. Слушай, ну, радует, что как бы... Ой, бля. Так. Ну, в принципе, окей. Слушай, давай пока поездим с этим цветом, но это чисто цвет всех моих машин. Мне кажется, она... Ну, видишь, она переливается. Иногда она черная, иногда она в коричневый отдает, иногда она в серый отдает. Слушай, прикольно. Поехали тестить ее скорость. Я вам еще расскажу пару моментов. А, знаешь, что я хочу проверить? Вот. Я у Фердинанда забыл спросить. Смотри. Бац, багажник. Слушай, а по багажнику она охуенная. Прям как... Ну, слушай, багажник мне ее нравится. Бля, и посмотри, как он открывается.
Угу. Ну, по факту, здесь багажник маленький, они сделали его большим. Ладно. Дальше. Садимся в машину. Нет, слушай, не, она выглядит охрененно. Она выглядит охрененно. Даже типа, если учесть тот факт, что, допустим, я подобрал ей хреновый цвет, вот это вот все. Хотя у Фердинанда она вообще голубая. Так, но она все равно выглядит охрененно. Вот мне хотелось, короче, себе новую тачку. Но я не знал, какую. По идее, надо было брать какую-то, ну, скоростную, да, по типу какой-то Бугатти. Но Бугатти, по факту, какую бы ты модель Бугатти не взял бы, она сейчас их как говна в штате у каждого второго. Ну, потому что они быстро, они могут сейчас, типа, после фикса до 400 разгоняться. И вот это вот все. Слушай, как-то она в поворот так не очень зашла, если честно, я тебе скажу. По поводу этой тачки скажу так. Она разбивается, пипец, как она разбивается. Если, допустим, я могу на РС-ке, на РС-6 кататься и врезаться, и она сильно разбиваться не будет, то это будет разбиваться прям в кашу. Потому что я говорю, я вчера на ней покатался. Далее смотрим. Видишь, она 300 километров едет. 300, 200. Вот единственное, что вот просто просьба к разработчикам. Это тачка за 15 тысяч рублей. Она уникальная, она типа современная, она даже типа, если брать ИРЛ, она из последнего, скажем так, из последнего модельного ряда, она затюненная. Мы могли бы ее сделать быстрее, а? Вот салон, типа приборку, мне кажется, не очень сделали. Могли бы ее сделать быстрее. Ну, тем более она в тюнинге. Ну, разработчики, наверное, берут, скажем так, как его берут? Берут там реальные данные тачки, переносят сюда, наверное, максимальную скорость. Надо вот ради интереса посмотреть в интернете, какая у нее максималка. И просто, типа, если, допустим, у нее максималка в реальной жизни 295 км в час, если она здесь фулл тюненная, то, соответственно, она может как бы ехать быстрее. Не знаю. Короче, просто мое мнение, что тачки, которые продаются за реальные бабки, в особенности там вот эта тачка, Феррари, ну, на километров 30, ну, то и 50, должны ехать быстрее. А потому что это уникальные тачки, их будет очень мало в штате. И просто получается, что она едет медленнее, чем, скажем, чем у меня РС-ка. Или просто Феррари Суперфаст без дрифт-мода, понимаешь? Вот как бы такая немножко странная вещь. Сейчас возьмут мою Феррари, блин, по скорости порежут. Скажут, хули ты выебывался, придурок. И РС-ку туда же. Будет обидно. Ну, смотри. Так, теперь мы залили премиум топливо. Направо мы уже не поедем. Поехали здесь. По трассе управляется хорошо. Разгоняется, ну, тоже хорошо. Ну, ничего сверхъестественного, грубо говоря, в ней нету. То есть по городу кататься, да, ее там может занести, к управлению нужно привыкнуть, но я не скажу, что оно типа плохое. Типа в плане там управляемости, наверное, может быть хуже среднего или еще что-либо. Но в целом даже, ну, для кого-то это будет плюс, потому что на ней очень прикольно заходить в повороты какие-то. Ну, сейчас до города доедем, посмотрим. Так, смотри, с прем-топливом. Ну, типа, если ты тачку купил за 15 тысяч, то, я думаю, ты можешь себе прем-топливо за 8 тысяч позволять в нее заливать. Единственная обидная херня, когда ты машину спавнишь в гараж, да, или ты тебя крашивает сервера, то прем-топливо слетает. Слушай, что-то как-то... Слушай, я залил премку. Вчера на машине Фердинанда я 320 ехал. Сейчас я еду 317 только. Но опять же, смотрите, это у меня такая скорость. Ну, сейчас же не 1.1, да, типа Rage здесь. 0.37, что ли. Там же тоже... О, 340. Там же тоже от FPS зависит, от всякой херни. Я говорю сразу, я играю без редукса. У меня идет сейчас запись. Соответственно, у вас, если вы не записываете игру, если у вас какой-нибудь там редукс хитрожу... 350! 360! Не, Фердинанда тачка здесь на этом отрезке так не ехала. Я вам скажу сразу. Блин. 300, ну, здесь как бы понятно, здесь тачки обычно разгоняются, пипец.
Ну, вроде до 370 доходило. Не, ну нормально. Ну, типа, ты себя ущербом на дороге не будешь чувствовать, потому что... Ну... Да, если не... Во! Во, о чем я вам говорил. То есть разбивается она пиздец как быстро. То есть все как бы. То есть, ну, ущербом ты по скорости себя чувствовать не будешь, потому что, ну, в целом она едет по скорости среднячок. Не хуже, там, не лучше и так далее, да, если у вас там нормальная какая-то тачка, там, фера, я не знаю, какая-нибудь акула, еще что-либо, вы пересядете в эту, вы себя, как бы, херово чувствовать не будете. Блять, ну, единственное, как бы, с одной стороны, в плане того, что там прорисовали и сделали, то, что она разбивается так, это круто. Но, с другой стороны, когда ты привыкаешь, что у тебя тачки толком не разбиваются, и твоя тачка все время радует твой глаз, а эта машина та, которая должна радовать твой глаз, потому что их не так будет много на сервере, потому что это ебаные 15 тысяч рублей, потому что она реально очень красивая. 360, 370, то есть я ее долбанул, она быстрее начала ехать, и тут она просто, я один раз врезался, и все, она разбилась в кашу. Ну, я хер его знает. Но управление прикольно. И еще очень немаловажный факт. Если кто-то из вас хочет купить себе эту тачку, потом ее подарить какой-нибудь там девочке или перепродать ее, скажу сразу, ну, я не проверял, но мне Фердинанд сказал... О, видишь? Ее развернуло. Но мне Фердинанд сказал, что типа ее передавать нельзя. То есть, соответственно, если вы за реальные бабки покупаете себе машину, то она у вас и остается. Так что так вот, ребят. Ну, еще как бы эта машина, ну, наверное, не для гостника. Потому что если ты на ней поедешь на код 0, ну, тебя трахнут. То есть тебя прострелят, тебя трахнут, спалят, что ты гостник, и как бы и все. То есть, ну, потому что это кабриолет. И очень обидная херня заключается в том, что здесь нельзя поднять крышу. Если бы на ней можно было бы поднять крышу, она бы была еще круче, она бы была еще красивее. Но, к сожалению, в этой модели эту штуку не реализовали. Я не знаю, есть какие-то у нас в штате тачки, кабриолеты, скажем так, ИРЛ кабриолеты, ну, реальные тачки, они GTA-шные, в которых работает поднятие, опускание крыши. Мне кажется, что нет. Потому что если, типа, брать GTA-шные тачки, то там у некоторых тачек есть, типа, херня. Короче, поднимаешь, опускаешь крышу, все это работает. Но, наверное, когда ты уже делаешь модельку из реальной жизни, походу, у разработчиков, типа, ну, есть определенные с этим проблемы, раз они не делают. Потому что если бы на ней... Вон, видишь, тут даже как-то выглядит, да, тут идут у нее полоски. Ну, в теории, вот после багажника у нее идут полоски. А в теории, то есть, как бы здесь крыша опускается, поднимается. Вот, и если бы у нее еще была крыша, то это пипец. Но мне кажется, просто разработчики, к сожалению, этого реализовать не могут, когда они делают тачку, типа, из реальной жизни. Слушай, ну, по скорости, ну, хотелось бы больше, да? Хотелось бы больше, но по скорости она, как бы, ты себя вообще ущербом не чувствуешь. Вот в плане управления, то есть заходы в поворот и так далее, то есть, ну, гонку в городе на ней лучше не устраивать. Потому что, ну, вот как бы вы видите, да, то есть, вот так вот она входит в повороты, это с ручником. Если без ручника, вот, допустим, вот как бы по трассе дорогу держит, вот в городе тут уже для любителя. То есть управление не скучное. Тормоза нормальные. Но ее, то есть, очень легко проебать. То есть нужно оттормаживаться перед каждым поворотом. На скорости в поворот не влетишь. Но сейчас я... А вот там было без ручника, сейчас с ручником. Но в любом... Ну, управление не скучное. Можно прикольно заходить с ручником. Просто привыкнуть к ней. То, как она управляется. Короче, вот такая вот, ребят, машина. Ставим лайки, выпущу видос с открытием билетов, из которых я ни хера не выбью. Мне тачка нравится. Ездить на коды 0 на ней, наверное, не самая лучшая идея. Потому что, во-первых, по сметане сразу поймут, кто едет. Во-вторых, вас там прострелят, увидят, что вы гостники. И вот это вот все, типа, у тебя в ней абсолютно нет никакой защиты. Ты открыт здесь как сучка.
Но я все равно буду на ней на КД ездить. Короче, мне тачка очень нравится. Единственное, да, косяк, могла бы быть побыстрее. Но, опять же, по скорости ты себя не чувствуешь ущербно. Могла бы не разбиваться так жестко. В городе могло бы побыть получше управление. Но, опять же, для кого-то это будет плюс. К ней нужно просто привыкнуть в городе. Трассу она держит хорошо. Ну и все. Кому понравилось видео, кто хочет побольше обзоров разных тачек, пожалуйста, эти тачки у меня есть. У меня есть много знакомых, у кого я могу взять на обзор тачки. И, короче, пишите в комментариях. Всем пока. А, и заходим в штат играть в Grand Roleplay. Ссылка в описании.